Look at you two together. What a lovely fucking couple. Стоит ли брать дробовик Bullpup? Bullpup. Он один такой. А. Не, я не брал. Чё, у него рудики? А? Даже в него... больше. У него урон, говоришь, дикий? Нет. У обрезанного вообще... Почти фу. Охереть, охереть какой урон. Ну, он потому что, ну, понятное дело, компенсирует ионную скорострельность. Так, побери, надо ручку убить. Да какие нахер пиджаки? Дети, комбинезоны. Слышите? Алло. А, нужно именно костюмы, да, то есть фул искать. Где? Я просто пролистал список, я что-то. Ну, стойка с одежкой. Просто где? Ограбление. Верим? Костюмы, спецодежда. Костюм, блядь. А, о, костюм. А! Надо в мотор тут съездить. Что сделал? Ничего. Тебе надо. Большущий минус. Потому что ракет у нее будет только 6. И что? Ну, что ее не будут так часто использовать. Поэтому там 6 ракет. Да остановись ты, господи! Тебе? Да блять. Куда ты бежишь? Остаешься? А? Не, я лысым останусь. Оп, джип. А, например, он собьется сейчас. Please! Have a seat. Ну, блять.
Я причем нажал. Он такой. Короче, иди нахер. Кстати, а вот этот Бэтмобиль, который с... Короче, у которого крыша это убирается. Он сколько стоит? Помнишь? Больше. Ой. 130. А, больше. Ну-ка, дамочка. Дайте добрый механик съездит, проверит вашу машину. В автомастерской. Надо реально одеться как Джейсон. В чем он там ходил? Джинсы, рубашка, подтяжки? В трусах и майке. Как выглядит смерть человека? Типа скелет в плаще с косой, да, там. Все дела. А как выглядит смерть мухи? Пьяный в трусах, в майке с газетой, да? Such a pleasure to work for. I could do you all day. Походи. А чё ничего не по мне? А, нет. Всё норм. Ну ты там скоро морожет наведешь, нет? Ты шо, бабка старая? Вообще не видишь, куда ехать, что ли? Вот я думал, ты там лысину тебе потереть. А, в смысле? Я ничего не нажимал. Ладно. Добрый вечер. Что тебе надо? Пошел вон отсюда, я сейчас волосами закидаю. Вот это твою правую руку вижу и плечо. Looking good! I love making people totes amaze. А, ты решил себе прежний вид сделать?
Он меня стрижет, а на тебя смотрит. Ты мне ухо отрезал, сука! Окна грязные, вы двери грязные. Какие грязные стекла, Джек, да? Транспорт поставили. На автобусах вообще никто не ездит. Грёбаное яйцо? Чё ты сказала? Ну-ка, погоди. В столб просто залетело. Зайди туши. Алло. В смысле кабриолет? Ладно. Сейчас переделаю. За тобой копы? А, нет, это был не чих, я так понимаю, да? Что обычно там, типа, по-другому, чем там. Что такое? Все спят. А? А, это меня дело. Если я пытаюсь задерживать чих, у меня закладывают уши. Причем надолго. Если я пытаюсь задерживать чих, у меня закладывают бомбы. И пропал. Чё закладывается? Бомба. А? О, господи. Ты видишь это? Два прыжка еще осталось. LJT.
где это? Да блядь. О, открыл окно. Что? Ты что сделал? Ты меня знаешь сейчас такой? Знаешь, как эти выполняют прыжки в высоту? Ну, то есть, как, разбегаются, разбегаются и спиной перепрыгивают через шесть. Ты точно так же сделал через машину. Бежишь, бежишь, такой... 30 FPS. Damn. Пиздец, блядь, у меня сейчас видеокарта нахрен перезагрузит весь компьютер. Причем FPS до сих пор не упал. Похоже, это не от FPS. Ну, не от видюхи зависит. Уже откуда копы? А, ну да. Денчиком, пассажиром. О, восстановилось. Более-менее. Да, они сами вылетали, да? Камушек. Сейчас я приду.